Дамы и господа, знаете ли вы Риту? Мисс Рит. Волочаевские высоты. Первые часы штурма, последние дни гражданской войны. Время сохранило далеко не все эпизоды нашей биографии. И тем пристальнее мы вглядываемся в каждое свидетельство истории, в каждое лицо. Чтобы заглянуть в прошлое, можно взять интервью у времени и сделать это с помощью историков. События 22-го года комментирует член-корреспондент Академии наук СССР Юрий Александрович Поляков. 1922 год. Пятый год революции, второй год мирного труда. 14 апреля. Вся страна отмечает еврейскую Пасху. А в городе Киеве, в семье Сапожниковых, рождается девочка, которую назвали Рита. За две недели до этого в Москве состоится 11-й съезд коммунистической партии, посвященный приближающейся дате. Коммунисты уже тогда понимали, что такое событие изменит курс истории страны. Ровно через 6 месяцев, 14 августа, в том же городе Киеве, в семье Сичкиных, родился мальчик, которого назвали Борей. Рита еще не знает, что это имя будет сопровождать ее всю жизнь. Но какая же связь между этими двумя киевлянами? Дело в том, что они оба считали себя одесситами. Я одессит, я из Одессы, здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет, а ну спроси. Ты имеешь счастье? И я отвечу, чтобы да, так нет. Но я не плачу, никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе. Да потому что я... Кто? Родом из Одессы. Родители обожали Риту и все свое свободное время проводили с ней. В то время, когда в Киеве Рита училась ходить, в городе Одессе другой мальчик Боря, по фамилии Комиссаренко, уже комиссарил. Ребята, я предлагаю послать благодарность горсовету. Наша площадка самая лучшая. Правильно? Правильно, 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 правильно. В других странах этого нету. А только у нас в Советском Союзе. Мы хорошо проводим лето в пионерских лагерях и детских санаторий. Мы много гуляем, купаемся в море, играем в разные игры, спим на чистом воздухе и занимаемся физкультурой. Вот и все. Рита росла активной девочкой. Она любила петь и танцевать. А главная страсть к руководству появилась у нее еще в раннем возрасте. Пролетели годы, и Рита приехала в город своей мечты, в Одессу. В Одессе Ритина душа пела. Боря тоже решил не отставать от жены. Петь он не любил, но танцевал с охотой. Позже этот танец вошел в моду, и многие мужчины стали подражать ему.
Жизнь в Одессе была наполнена друзьями, застольями, весельем и любовью. В 1992 году в тумане скрылась милая Одесса и возник Сан-Диего. Рита с Борей начинают новую жизнь. Жизнь в Америке не сильно изменила Риту. Было много друзей, встреч, поездок. Она объездила почти весь мир. Рита любит жизнь, и жизнь любит ее. Когда вглядываешься в метаморфозы Ритиных фотографий, на которых запечатлены годы жизни, то понимаешь, что они на самом деле не отражают реальность. Потому что годы – это не возраст, а возраст Риты – это состояние ее души. А душа у Риты молодая и поющая. Она нисколько не изменилась с того момента, когда Рита, попав в Одессу, поняла, что она родом из Одессы. И еще остается она молодой. Потому что следует пожеланиям одного известного одессита, который в год Ритиного рождения посвятил ей свою первую песню. Последний день не зрянешь, а лишь одно застанешь. И не жалея силы денег, всех хотят фасон держать. И терпят разные муки, и на разные штуки. И все кидаются, чтобы фасон свой доказать. Одевают узкие ботинки, целый день тащат на скитинринке. На ногах кулак мозоли стонет и кричит от боли. Рита. Будь здоров, не кашляй. Лопни, но держи фасон.